Печальная новость пришла из Петербурга. Умер композитор и пианист Олег Каравайчук. Ему было 88. Он автор музыки к более чем 150 советским и российским кинофильмам. Среди них «Два капитана», «Поднятая целина», «Городской романс», «Принц и нищий». Олег Каравайчук работал в кино с 1953 года. Сотрудничал с Сергеем Параджановым, Василием Шукшиным, Кирой Муратовой. А еще давал концерты, которые не раз запрещали из-за его склонности к эпатажу. Например, он мог играть на рояле лежа или стоя на коленях. Однажды появился на выступлении с наволочкой на голове и играл, не глядя на клавиши.